Спонсор ролика photoland.ru. Цифровой бутик номер один в России. Здесь ты сможешь заказать себе гироскутеры, наушники, пауэрбанки, электронные сигареты и многое-многое другое. Переходи по ссылочке в описании на photoland.ru. Призабавнейшая история произошла вчера в инстаграме Паши Микуса. Как ни странно, Паша Микус записал видеообращение к представителям сексуальных меньшинств, которые на него подписаны. Ну, иначе говоря, обращался к педикам, которые его смотрят. И ладно бы он их ободрял, как-нибудь говорил, что все будет хорошо. Нет, Паша Микус категорически запретил педикам и геям вообще хоть как-то говорить о своей ориентации, проявлять ее, в общем, сидеть тише воды, ниже травы. И представляете, подписчики Паши Микуса были в блядской ярости. Им пиздец как не понравилось такое обращение. Я не знаю, сколько среди них геев в процентном соотношении, но я точно знаю, что если эти геи захотят услышать мнение другого латентного педика, который боится признаться в своей ориентации, они отправятся к Игорю Синяку, а не к Паше Микусу, потому что Паша Микус, блядь, всем своим видом на 100% показывает, какой он латентный гей. И самое смешное, что после всей этой истории Инстаграм удалил это видео за, ну, разжигание дискриминации, нарушение условий использования. И после этого Паша Микус выложил у себя в инстаграме фотографию с тёлкой, которой у него никогда не было и никогда не будет, потому что он любит ебать парней. Этот человек, который открыто говорил, не афишируйте отношения ни геям, тут же, после того, как на него налетели геи, выложил фотку с тёлкой. Да ты правда думаешь, что мы поверим, Паша? Ты правда думаешь, что мы поверим? При том, что Рома Жёлудь делал то же самое. После того, как все начали говорить, что он педик, он начал выкладывать фото с тёлками. Чуваки, Микус, Синяк, я не знаю, Жёлудь, запомните, если вы начинаете выкладывать фотографии с тёлками после того, как вас называют педиком, то вы и есть педик! Вы и есть латентный глиномес, переключайтесь на члены. Вот мое обращение тебе, Паша Микус. Не лезь в мозги своим малолетним подписчикам. Соси хуи. Ты создан для этого, ты шел к этому всю свою жизнь. Брось выкладывать эти уебанские фотографии с телками. Соси хуи, Паша. Будь счастлив.